Короче, смотри. Я уже все бегал, но, блядь, невнимательный пиздец. Здесь, оказывается, была еще одна комната. То есть открывается не одна, ой, не две двери. Я почему думал, только эта дверь открывается. Нет, открылось их две. Ну, и была еще и третья, блядь. Вот она, сюда я не ходил. А, я столько бензина потратил вообще впустую. Здесь, по идее, наверное, должен быть гаечный ключ. Точнее, гаечный ключ, я видел, он в шкафу у нас находится. Значит, здесь должен быть жетон. Так, не хочу читать уже, если честно. Подзаебало это чтиво. Здесь слишком много. Чтиво разное. Так, что у нас там по энергии? Так, здесь нужен ключ. Странная записка. Сколько можно этих записок? О, теперь мне инвентарь еще расширился. Бля, ёбум. Сука, время тикает. Так, жетон. Клемент. 68-90. 9th of July. Night. Моя совесть терзает меня, как не терзала тогда. Я должен сделать что-то, даже если погибну. Я должен сделать что-то, иначе я не смогу больше спать. Я должен сделать что-то, иначе я должен в аду быть легче. Я должен сделать что-то, иначе я не смогу больше спать. Я пойду. Иди. Thank you.
Блядские крысы. Это что? Это аптечка. Вариантов у меня ноль. Ноль вариантов! Времени вообще мало осталось. Да увидел меня! Пиздец. А как же быть? И тот, смотри, получается... Пути, блядь, мать его, до хрена? Да? То есть все, что мне сейчас остается, это туда-сюда сейчас побегать. Как канистра немножко это. Ладно. Было внимание. Так, ага. Ясно куда. Значит, сюда оно. Так, здесь закрыто. Вон туда я так и не сходил.
ебать там. Там мышь ебать. Так. Есть еще тряпка. Пусто. Еще канистра. Фото. Палку же взять не можем. Так. Бутылку тоже, да? Что можем смастерить? Давай аптечку смастерим. Окей. Заберем бутылку. Закрыто. Убираем бутылку, аптечку одну оставим, да? Вот это вот убираем. Это еще газовая граната, осколочная, блять, даже не знаю, сигнальная шашка. Канистру сейчас мы заправляем. Прогресс. И идем там дальше. Там есть что обследовать, есть что собирать. Давай пособираем, пообследуем. Надо смело здесь пробежаться. А вот в этих отдельно уже лучше не бегать. Потому что заметил здесь вот в этих коридорах, как раз, который идет ответвление, вот здесь вот и бегает всякая порожниковая мразь. Так, здесь все следовал, нет? Так, там крысы. Давай палку все заберем. Закрыто. Здесь у нас что? Мыши там, блядь. Ой, давай уж обследуем это место. Так. Все, нашел? Так.
записка. Растяжка. Жетон. Интересно, от того, что я больше этих включаю и свет расходуется, у меня быстрее этот заканчивается? Не топливо. Или оно не влияет? Оно все равномерно. В смысле, не надо. Так. Лишнее что у нас? Кстати. Мы можем создать... убрать, может пригодиться. Топливо пока одно берем, одно пойдем зальем. Ага, требуется больше топлива. Включаю. Так, здесь я все... Чего? Они заново появились? Что за хрень? Когда читать, уж что умираю, а потом заново это все. Так, большая аптечка. Клемент 68-90, все, вот, я взял вот. Вот он, да?
за фото? И патроны. Все, полностью заряжен. Окей. Время. Так, предметы. Аптечки можно поубирать. Оставляем одну. А, нету места? Ха, серьезно? Так. Ладно, значит, что нам понадобится? Нам понадобится гранат. Это убираем. Много здесь всего. Не надо так делать. Кидаем гранату и бежим. Слава богу, он тупица. Все. Уполз. Так, лавар. 64-73. 64-73. Прям вылазит, вылазит. Время.
вон там, да, вот за двери. Тут у нас есть 9th of July, night. Да, понятно. Я даже ничего не могу с этим сделать. Но здесь есть аптечка большая. Ебаные постоянные. Так, ну все, теперь можно пойти дозаправить. Бля, мне даже некуда это выложить. Даже не знаю, будет ли это правильно, если... Так, ну вот бак у нас полный.
Песня из записки Стаффорда. Стаффорд. Бригадир Стаффорд. Так. Тоже место не занимает. Так, вот теперь куда? Это большой вопрос. Я там точно... Нет, там хотя есть двери, я не знаю, их могу вышибить или нет. Они же деревянные. Давай попробуем, я сохранился, поэтому я могу немножко пошуметь. Так, если мне найти, чем это в одежде, это чувак. Блять, я все равно ранен, и он даже не почувствовал. Так.
хули мне толк вот этой ветоши? Так, ну тут покормили, смотри, что. Опять же, вентиляция. Блять! Да ёбаный ты в рот. Дотаскался я, бочечки. Хуёчечки. Да, такая себе игра, вот это постоянно с контрольной точки начинать. Точнее, с последнего сохранения. Не-не, так как контрольных точек нет. Слушай, а зачем мне эти вот бутылки, да, в принципе? Я не могу просто вещи выкинуть. Без зажигалки я все равно никак не смогу это намутить ничего. Просто это палка, я понимаю, факел, да. Выбрось. А, на X выбрось. Блять, нахуй. Я могу здесь это все просто скидывать. Ладно, теперь я знаю. Как мне нужно просто все это скидывать, барахло ненужное. Так. Загрузка, ну, контрольная точка, просто загрузка. Давай. А он же подойдет, она может сейчас как ебануть, да? У нас двоих сейчас накроет. Хули бьется, ну, таблет, блядь. Продолжаем. Еще этот хрен ушел. Все, ушел. Нужно двигать. Время. А вот радио играет ничего, да? Че он не агрится на радио? А, здесь он не копнул, да? Я шумел слишком. А здесь у нас что было? Дверка спрятаться, ветошь. И все, да, вроде бы. Блять, записка, смотри.
резина до жопы. Не буду выкидывать. Здесь есть бензин. Плохо, что нельзя в руках вещи эти нам куда? Обратно дайте. А пароль мы узнали? Нихера, ничего мы не узнали. Ну что ж, я снова в тупике, получается. Жетонов ни хрена. Так, а где это? Ладно, вот этот кирпич. А, попробую эту дверь не навыкнуть, да? Получится, нет? Бежим, бежим нахуй! Так, выбить может, то есть, любые двери. Это беготня, конечно, вымораживает очень сильно.
Нахуя мне? Камень поломался. То есть камня хватает на несколько дверей. Так, ну пойдем-то канистру заберем. Если честно, то это ебатень какая-то. Вот это, ходить туда-сюда и, блядь, по одним тем же комнатам. Что, нам остается просто все деревянные двери сейчас как-то выламывать. С гранатами. Потом бегать и прятаться от него. Только они сейчас можно залить. Так, я чисто проверить.
дверь взорвалась или нет? Да, взорвалась. Ну что здесь у нас? Типа ни хрена. Ну и смысл, да? Я вот грант взорвал. Ради чего? Ради бутылочки? Или письмеца? Блять, ходи, броди, что-то там ищи. Кажется, что здесь, в общем, нет нихера. Кто там письмо это сраное написал? Косарь. Косарь. А вот и ключ. А ключ от чего? Узла связи. Узел связи. Узел связи. Подожди, а тут же вот какая-то дверь была. Где ключ нужен? Вон по прямой. Да, вот он.
anyone left. The code is 3, 6, 6, 4. Это от кого? Код от арсенала. 3, 6, 6, 4. I hope that you can hear me. I hope that you can forgive me. The arsenal code is 3, 6, 6, 4. The arsenal is locked. You need this code. 3, 6, 6, 4. Как такая большая в такую маленькую залазит? Чё, блядь, с пропорциями есть? Так, что у нас там по бензину? Надо эти заливать. Так, 3, 6, 6, 4. Так, арсенал-то. А, ну все, я понял, где это.
6. Есть? 4. Арсенал, да? Без боеприпасов. Шел нахер. Да как, какого хуя-то, блядь? Как ты меня увидел? То он, значит, короче, вот застал... Блядь, тупая игра, нахуй. Ебанутая. Здесь как-то, блядь... Господи, я даже не буду дальше все пытаться, наверное. Я, наверное, на этом закончу и брошу. Потому что... Какого хуя, значит... Находясь под столом, он такого за меня ходит и не видит. То, блядь, видит, то, сука, не видит. А тут, блядь, я сидел в полной темноте, и она, блядь, меня увидела. Ну... Господи, хочется заорать и дать ему по яйцам. Да и вообще он такой огромный, залазит в такую маленькую дырку. Вообще как, блядь? И у него, кстати, автонаведение работает. Это уже было вроде в предыдущем видео там. Ну это все будет, наверное, в един... Не знаю я, как это сделаю. Ну, в общем, я, наверное, это говнище проходить не буду и не стану. Мне, блядь, остальные низи не нравятся. Я люблю вообще ужастики. Вот, Last of Us... Ой, Last of Us — это приключение. Outlast мне нравится, первая часть. Вторая — хуетень полнейшая. Чё там было? А, три. Шесть. Четыре. Вот, а там, типа, обсирайся с удовольствием. А в этой хуйне мне вот... Знаешь, это вот когда ты пугаешься, да, это типа норм. Но когда тебя раздражает, вот как Alien Isolation, поначалу он, типа, тебя пугает. Но если ты играешь на хуйне максимальной сложности, он, сука, все, что он делает, это просто раздражает. Потому что у него автонаведение, неважно, спрятался ты или нет, угадай что, он тебя найдет. Ему вообще насрать. А сейчас ты, значит, не выползаешь, да? Каким-то чудом. Так. Слава богу, у меня есть две гранаты. Thank you.
А, все-таки на растяжечку нарвался, да? Пизды получил и убежал. Ну он-то здесь так неплохо-то путь все расчистил. Треверс. Это 7107. Треверс. 7107. Я сюда не могу, да, пройти? И сюда тоже. Ну хорошо. И сюда тоже, блядь. Треверс. 7107. Так, что у нас там? Теперь у меня есть куча гранат.
Что у нас там дальше? Сначала читал, теперь не хочу читать. Заебали. Слишком до хрена и много. Теперь же. На. Да. Тюрячку, если только. Ну, в бункере мы там сейчас в арсенале побывали. Осталось... речки. Но мы ключ так и не взяли. А там вроде бы все двери пооткрывали. А тут мы все двери пооткрывали. А то я, может, кругами наяриваю, а какая-то дверь это осталась не открыта. Шкериться. А, если только вот сюда, да? Это все, да? И то он появился не там, да? Болторез, блядь, нет. Говно странно. Чё там? Рядовой ворон. Thank you.
похуй. Блять, еще один путь оказывается. Он заминирован. Гранаты везде опять. Везде опять повсюду гранаты. Блять, шкириться-то негде. Да почему вы, блядь, возрождаетесь? Нахуй ты бы пошел, блядь! Поломал, поорал и успокоился. Ой, да пошел ты нахер. Да ну чё вы, бля, вот, блядь...
Я же вас, дур, блядь, прибил нахуй. Так, я присмотр сохранялся, да. Это все? Типа это так вы мне пизды даете? Ба насраться в рот тебе, блядь! Пять-десять. Гарант какой-то. А, вот у него зажигалка там, наверное. Блять, осталось совсем мало. Может, есть запасной выход? Всего. Вот он, шахты, туннели. Сука, надо назад возвращаться.
это вниз иди вы. Блять, и тут крысы. И опять это... Как же мне, блядь, так нудно туда-сюда бегать. Пиздец. Мне надо еще третий день перевести. Вообще это можно уснуть просто. Давай еще одну. Да, кстати, можно еще четвертую залить. Наверное, на этом остановиться. Можно выходить и удалять игру. Слава богу, я за нее ничего не заплатил. Потому что этого не стоит. Вот. Сами видите, какая она. Бегать туда-сюда. Монстр вообще непонятно, как он работает. И работает ли он вообще. Жиро. 25-10. О, пойдем давай откроем. Жиро. 5-10. А жиро это, скорее всего, где зажигалка. Да, вот у нас 3 зажигалка. Блять, я пока доберусь до вот этого вот, это ж пиздец. Это мне там, я так понял, в шахты надо спускаться. Зажигалка мне нужна будет. Она не кончается, нет? Так она нихуя не подсвечивает. Говно собачье. Так, ну-ка попробовать крысам что кинуть. Что газовое? Крыс можно, наверное, газовыми гранатами отгонять. Так-то, наверное, по сути. Вообще мне нужен этот скафандр, чтобы проходить мимо них. Иначе же пизда, меня тоже будет задевать. А ждать будет как-то не очень-то и разумно. Ладно, я потом еще попробую чуть ниже спуститься и, ну не знаю, мне не очень нравится, не очень мне хочется здесь находиться. Вот.
Не от того, что мусор страшный, а потому что я прям... В сон от этой игры клонится.